отстегнуться. Лия, давай сюда. Всем доброе утро, мир всем. Сегодня у меня день по графику, когда я пасу коров. Я бы хотел поделиться этим интересным днем. Это день общения с природой, такое, знаете, глубокое общение. Вот. Несмотря на то, что мы здесь живем на земле, вот, ну, все равно как бы много шума. А когда ты уходишь прям конкретно в природу, там еще интереснее. Сегодня я пасу коров и покажу вам, как это делается. Так что идем. Вот я взял специально такой накомарник, потому что сегодня у нас погода дождливая. Я смотрю, что-то ветер не шибко большой, комаров много. Но это на всякий случай. Вообще я первый раз за это лето его беру, потому что я не пользуюсь никакими там пшикалками, кремами, химией этой. Вот. Ну, посмотрим, может быть, он и не пригодится. Они должны сейчас подуспокоиться. Немножко сейчас пойду подверну. Там кто-то дурит еще до сих пор. Вообще постоянно надо смотреть, быть внимательным, ну, смотреть за коровами, да и вообще так вокруг. Кстати, тут комаров вон сколько. Пастух — это как, не знаю, как машинист. Я бывший железнодорожник, то есть должен все смотреть, везде все видеть. Иногда на поле смотришь, что-то интересное находишь. Например. Лето, сезон грибов. Шампиньон самый настоящий. Ну, немножко тут ножка червивая. Мне нравится, как они пахнут. Я тут уже как-то насобирал, насушил. Вот, в принципе, можно его и, ну, насобирать, насушить, либо использовать так еду. Поэтому мы, ну, это я сейчас уберу и буду повнимательнее. Здесь они тоже растут в разных местах. Так что, дай бог, может быть, еще найдем. Еще один. Оп! Ох-ох-ох-ох-ох. Он, главное, маленький такой, а вот уже как бы весь червивый, ну, скорее всего, наверное, я его не возьму. Ладно, ничего страшного, будем еще искать. Вот какие инструменты должны быть. Фу, комары лезут у пастуха. Значит, нож это должен быть обязательно. Ну, не для того, чтобы только грибы резать. Ситуации, случаи могут быть разные. Ну, не дай бог, вдруг придется кого-то там, ну, что-то случится, не знаю, зарезать, чтобы там потом приехали, забрали. Вот, обязательно палка, посох, палка, бич, я не знаю, там, рюкзачок какой-то, там, водичка, вода обязательно должна быть, попить.
Вот. Ну и там уже по желанию, может быть, книгу почитать. Вот. Книга у меня, Библия небольшая. Так что это основные моменты. Чайка кого-то поймала, по-моему. Вот это невероятное чувство единения с природой, когда ты не слышишь никаких искусственных звуков, нету телефонов. Хотя у меня есть телефон, но он простой, кнопочный, то есть, ну, это обязательно, мало ли вдруг что-то случится. Никто не пиликает, никто не шумит, нигде нету никакой музыки, каких-то звуков, механизмов, ну и так далее. Ты стоишь в полной тишине и слыхать только пение птиц, а их тут много, и все поют по-разному. Вот сегодня дождливая погода, ну и, соответственно, почему-то ветер, ветра нету, безветренная. Обычно, если дождь, бывает ветер большой, ну по-разному. В этот раз ветра нету. И на озере гладь полная. И тогда приходит, как вы знаете, какое-то такое вот интересное ощущение, когда ты вот так вот в тишине просто с природой сливаешься, какое-то как очищение, что ли, мозга вот от этого давления информационного. Сегодня у нас очень огромное давление на каждый человек информационное. Там из экранов в первую очередь, там планшетов, телевизоров, компьютеров идет. Вот. А тут ты в таком состоянии находишься, как это было раньше. Только твой мозг, твои мысли, ну и природа, которую ты созерцаешь. И как бы тем самым мозг очищается, и какие-то новые мысли интересные появляются. Как ты начинаешь, что-то в голову интересное приходит. Вот это очень важно. Давать себе такую как бы разгрузку, что ли. Потому что если ты постоянно живешь в таком, в прессе и стрессе. То есть я жил в городе, я знаю, что это такое. Ну, очень тяжело, просто надо давать себе иногда такие разгрузки. Вот что мы, собственно, сегодня и делаем. Поэтому один день в неделю попасти коров, это очень даже хорошо.
сегодня уже подуспокоились немножко. И комары куда-то немножко делись, то ли ветерок появился. Хорошая очень возможность. Мне нравится на поле, когда ты находишься один, есть хорошая возможность помолиться. Одному никто не мешает. Собственно, это так же, как и сказал Господь, что говорит, когда будешь молиться, закройся один в комнате, чтобы тебя никто не слышал и не видел, чтобы ты был один на один с Богом. Вот, ну, для этого я с собой ношу Библию. У меня псалтырь есть. Я очень люблю псалтырь читать. Псалтырь на русском языке, конечно же. Вот. Сейчас мы будем продолжим. Здесь это 18-й кафизм, 3 поклона. Молимся на восток, на солнце, где у нас стоит. Исчислялся грешил, Господи, прости меня грешным, благослови, Господи, помилуй. Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе, и что прибавит тебе язык лукавый, изощренные стрелы сильного с горящими углями драковыми. Горе мне, что я пребываю у масоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю о них к войне. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля, Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью, Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохрани душу твою, Господь, Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне вовек. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим устроенный, как город, слитый в одно, куда восходят колено Господне по закону Израилеву. Славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних мои, говорю я мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с рогами в воротах. А тут, собственно, даже толковать нечего. Как бы и так понятно, что если Господь не сохранит города, страны, дома, напрасно ты будешь, если говорить дом, там замки какие-то вешать, город там, я не знаю, полицию какую-то расставлять, если страну там ракеты какие-то придумать, все это напрасно будет. Вот. А если так, тогда все-таки важно именно на духовную часть больше обращать внимание, быть с Господом, надеяться больше на Его помощь и поддержку. Что Господь велик, у Него много даров, у Него много щедрот, которые Он обещал своим возлюбленным, своим избранным. Вот. Напрасно человек строит дом, трудится, вот, напрасно, говорит, вы рано встаете, поздно просиживаете, вот, поэтому, ну, многие не понимают, почему у них в жизни, может быть, мало что получается, человек старается вроде, а все делает это без Бога, без благословения, и, соответственно, все это как-то прахом куда-то уходит там. Господи, помилуй. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благослови тебя Господь Сион, и увидишь благоденствие Иерусалима во всей жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле. Одолели меня от юности моей, но не одолели меня.
На хребте моем орали ораты, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он растек узы нечестивых. Да постыдятся, обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает. Которую жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: благословен, благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним. Вот я хотел отметить, как очень важно Божие благословение. Сегодня мало кто это понимает, сегодня на это внимание не обращают. Все желают какую-то удачу, какой-то успех. Божие благословение, то есть в Ветхом Завете знали, люди проходили мимо и говорили там: нездорово там, привет там. Нет, они говорили: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним. Все друг друга благословляли. Так же, как и наоборот, если был какой-то враг, они проклинали его. Но в Новом Завете Христос запретил это делать, сказал любить врагов наших. Вот. И уж тем более мы между собой, ближние, христиане, должны благословлять друг друга. Божие благословение просить на друг друга, потому что сегодня нам его очень не хватает, чтобы Господь благословлял нас, благословлял, чтобы мы не грешили, нам давал силы против греха, укреплял нас в вере, это в первую очередь, ну и все остальные уже последствия этого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Thank you.
такую же весь Мухаммед считал столь важной? Вот какую, Бог отец, нет, наоборот, Бог не отец, и у него нет сына. Я читаю интересную книгу, здесь на поле есть возможность почитать. Книга называется «Искал Аллаха, нашел Христа», это Набиль Куреши или Куреши, не знаю, как ударение ставится. История бывшего мусульманина, который стал христианином. Я ее только начал читать, поэтому сказать ничего не могу. Мне очень интересно, когда мусульмане, то есть такие истовые мусульмане, находят Христа. Вот, потому что их очень сложно убедить в чем-то. Ну, они, если они истовые, они там уверены во всем. Вот, но этот человек молодец, у него пытливый разум. Он всегда пытается до чего-то, ну, достучаться вообще. Ну, почитаю, потом расскажу. Вот я их попас, Господи благослови. Полдня прошло, дождичек был небольшой, так что все живы-здоровы, хорошо попасли, слава Богу. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.